Поехали, ребят. В общем, думал я сегодня опять уделить внимание пещере. Больно уж я это люблю. Вот. Теперь у меня прекрасная. Вот теперь я так научился делать железную дорогу благодаря Илье. И так, в прошлый раз я уже вроде все подготовил, да, таблички. Ну, давай двинем тогда. Садимся на вагонетку и сейчас домчим вот до моей новой пещеры. Там же, собственно говоря, у меня находится и мой так называемый аэропорт. Ну, сейчас там проверим. Я там, в принципе, в общих чертах это сделал, как бы полосу. Ну, как не полосу, а просто площадку. Собственно, это такой аэропорт абстрактный. Потому что самолет сделать... Опа, стоп. Что, самолет сделать нельзя? Вот я и, как говорится, тем и удовольствовался. Так, вот сейчас вот у нас здесь, вот у нас, сейчас покажу. Здесь и вид красивый, дождь идет, хорошо хоть светло. А дождь не предусмотрен, чтобы смывал снег. Я думаю, он должен его смывать. Видишь, факелы не гаснут. Ну вот, здесь надо будет мне еще подровнять. Так, в принципе, вот он мост мой. Там, видишь, где крестик. То есть все, я уже тут сделал. Здесь можно спуститься, думаю, туда вниз. Туда пройти к этим. Вон, видишь, елки. Такие классические. Ладно, пошли. Здесь, собственно, нам надо почти до конца спуститься. А я помню, да, практически, наверное, до конца. И так, ну все нормально идем. Ну и там снова громадная пещера, повозимся там, подобываем вот сюда. А, стоп. А, ну да, здесь вот как бы, видишь, как бы самый низ. Можно в эту сторону еще. Давай такое же сделаем ответвление, чтобы было ровно. Видишь, самый низ уже. Ну, руда железная. Спасибо. Так, ну сейчас я думаю, до лавы докопаюсь. Ай, ладно, что-то мне как-то, знаешь, боязно. Все, ладно, хватит. По самому низу это, по-моему, неэффективно ходить. Так, вот это что такое? Это приход ночи. Звук. Ну и вот у нас тут, смотри, чего. Собственно, подожди, сюда я ходил. Давай тогда здесь обкопаем. Ух ты. Может быть, найдем этот самый... Еще алмазов. Так, аккуратно. Сейчас, в принципе, мне не так страшно сдохнуть, потому что ценностей с собой особо нет. Никаких. Единственное, что я же возражусь очень далеко. Да, мне написали, что носить с собой ведро воды. Наверное, так я и буду делать, но пока вот я без ведра пришел. Ну вот с той стороны, где я уже пробился, в общем, мне очень многое дало вот такое вот окапывание лавы, потому что в итоге я попал просто в очередную бесконечную пещеру. Так, вот здесь опять, смотри, что творится. Ты смотри, что творится. И здесь бесконечная пещера. Я же здесь еще не был, правильно? А вот сюда загранем. Ну и пойдем посмотрим. Вижу уже золото. Так, стоп. Я же уже пробил. Не глючить. И вот сейчас, по-моему... Да, смотри. Здесь я тоже уже был. А, так вот она, лестница, вот так. А, так это я туда же и прорубился. А, ну,
Ну так. А это здесь еще сделано окошко. Все как водится, что везде у нас все простреливалось. Ну, примерно. Ну что? Так, видишь, вот так я обошел. Оно, он огромный, конечно. А вот если теперь сюда я ходил, не ходил, я не помню. Давай обойдем вот в эту сторону, вот здесь вот так обойдем. Правда опасно. Стоп. Давай мы уровнем выше поднимемся. О, шикарно. Ну что? Ну и сейчас окопаем, с той стороны зайдем и, как говорится, будем таковы. Так, это все в лаву падает. Ну, собственно, конечно, пора бы мне уже заняться инвентарем.